С площади Сан-Марко в Венеции ни туристы, ни местные жители больше не увидят плавучих дворцов. С 1 августа круизным лайнерам и судам водоизмещением более 25 тысяч тонн запрещен заход в мелководный канал Джудекко. Стимулом для принятия данного решения правительством Италии стало намерение ЮНЕСКО включить Венецию в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. Смены статуса благодаря своевременным действиям властей удалось избежать. Соответствующий закон был одобрен в середине июня. Компаниям, пострадавшим от нововведения, будет выплачена компенсация из специального фонда.